Следующая распаковочка у нас для Владислава. Город Тверь. Город Тверь поедет тоже, поедет. Всего лишь Номант. Версия Pro, цвет серенький. Второе сегодня отгружаем. Все. Закидываем сюда. Быстренько вскрываем. Осматриваем, что никаких механических повреждений нету, что все в комплекции, в комплектации с обновленным учетом завода. Так, ну и механизмы, естественно, я проверяю механизмы на то, что визуальные какие-то дефекты, то есть понятно, да, там без сборки кресла, что можешь проверить, я это тоже осматриваю. И очень много как бы отсеивается отгрузок из-за мелочи, ну, которые легко исправить, в принципе, ну, потому что мы знаем, что это такое. И дальше кресло можно отправить. А визуальные дефекты, конечно, да, мы, что хорошо, поработать с Белоруссией, все быстренько, оп-оп-оп, отправили им дефект, нам вернули целый, как было видео, да, по мультиблоку сломанный, изогнутый мультиблок, его уронили на заводе и все равно загрузили в коробку, хотя, наверное, по-любому увидели, что раму загнуло. Так, вот, от всех вот таких сюрпризов мы помогаем избежать. Пользователь, когда он соберет кресло, а представьте, собрали кресло и на этом гнутом мультиблоке, не понимаете, вроде не замечаете, а с долгим временем, для воздействия долгого времени неправильной посадки, что-нибудь случается с организмом. Поэтому вот смотрим, наблюдаем за всем. Так, инструкция есть, мультиблок. Я всегда вытаскиваю и смотрю на раму. Ну, у меня уже глаз наметан. Здесь все идеально. Самые мощные мультиблоки SPN2 на 7. Так, самый на сегодняшний день. Это, на мой взгляд, лучшая конструкция подлокотника. Даже я могу объяснить, почему она лучшая. Первый факт, самый первый факт, это пластик. Я не знаю, он плотный, не плотный. То есть он гасит шум. Вот этот пластик, который используется здесь, они, конечно, пластик более тонкий, наверное, более неплотный, и он как звенит, как колокол. Поэтому шум, меньше шума, меньше вибрации, потому что пластик сам твердый стал, понимаете, он не играет, как пружина, не растягивается. Поэтому я и говорю, самый лучший подлокотник, ну и крепкий. Ну и крепкий. Все, движение с кнопочки, хотите нажать, какую функцию использовать, надо кнопку нажать. Никакого важного срабатывания. Так, ключи мы видели, сиденье. Все замечательно. Угол наклона. Помним, что правильно взаимодействуем с углом наклона спинки. Поднимаем рычаг без каких-либо, без какого-либо давления на спинку. При поднятии никаких скрежетов в этом механизме нет. Почему? Объясняем всем. Потому что запорная часть, видите, зубцы, запорная часть. Подвижная часть тоже зубцы. Запирается замок. И когда это под нагрузкой, представляете, да, все, вы в одну сторону тут, запирает в другую сторону. Закаленная сталь, она вот таких нагрузок не любит. Поэтому без нагрузки затереть эти зубцы невозможно, вот поломать можно. А если сыромятина, там правильно, неправильно пользуется, все равно ему срок службы там год-два, и зубцы стираются. Это сыромятина. А вот это настоящий угол, самый лучший угол наклона спинки с закаленной сталью, ответной и запорной. Дюксрейсер первый начал использовать. Так, отклонились. Ну вот, в принципе, все. Дальше без камеры. Ждем оплату. Завтра кресло отгрузим.